Обстановка на воде под пристальным контролем МЧС и освод круглый год. Зимой любителям подледной рыбалки напоминают о самом главном – ценности жизни. Ни одно увлечение не стоит того, чтобы подвергать себя опасности. И прежде чем все-таки выйти на водное покрытие, стоит тщательно подготовиться. Мы профилактируем рыбаков о безопасности на льду. Ведь нужно знать, что толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров. Ни в коем случае лед нельзя проверять на прочность ногой, обязательно надо тростинкой, палкой какой-то. Также специалисты рекомендуют брать с собой необходимые предметы. Лом, несколько заточенных шильев, веревку, спасательный жилет. В морозную погоду важно позаботиться о запасной теплой одежде, термосе с горячим напитком. Не следует отправляться на водоем в одиночку. Если все-таки беда настигла и вас затягивает ледяная пучина, главное сохранять спокойствие. В противоположную сторону полыни от течения переместиться, раскинуть широко руки и попытаться с опорой на лед, спиной либо грудью выбраться. Если все-таки удалось выбраться из полыни, то перекатываясь либо ползком надо удаляться от полыни по своим же следам. В конце ноября в регионе утонул один рыбак. Он решил проверить на прочность место для зимнего хобби. Трагедия произошла в Быховском районе. Из-за необдуманного шага жизнь 35-летнего мужчины оборвалась. Прежде чем выйти на лед, мы смотрим, есть ли люди на льду. Ну и что собой представляет лед. Сразу сверлим луночку, ну, в начале льда, где начинается водоем. Если он больше 10 сантиметров, это уже прекрасно. Во время зимней рыбалки надо с головой дружить прежде всего. Поэтому сначала проверяют лед, потом ходят на рыбалку. Надежное водное покрытие можно определить по цвету. Прозрачный зеленоватый оттенок безопасности. Но все-таки самая главная прочность – это разумный подход и соблюдение рекомендаций от спасателей. Тогда зимнее хобби не обернется трагедией. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.